Наша поездка сопряжена с трудностями, понимаете, да? То есть переезды, раннее вставание, надо быть хорошо выглядеть, надо подготовиться, приезжаешь в клуб, а там с аппаратурой проблемы. Нужно быть готовым к тому, что вообще не будет никакой аппаратуры, никакого видео, никакого микрофона, что ты будешь просто вот акапельно там петь или общаться со зрителями. То есть вот как бы вот, например, Алексей, вчера у нас было так, что я видела его готовность, и Таня на спокойствие, вы знаете, это просто дорогого стоит, когда босс спокоен, как вот танк. Ну, новое впечатление, мы же не туристы. Мы же все-таки занимаемся с людьми, мы видим их глаза. И нам нужно видеть в их глазах отклик. Нам нужно видеть свет в их глазах. И я, когда выступаю, я не знаю, как ребята, но я вижу полную гамму эмоций, впечатлений, которые происходят у людей внутри, и они транслируют это. И я остаюсь доволен после каждого выступления. Хотя мы не дошли же еще до экрана даже. Конечно. У нас всего их 5 было. Все самое интересное впереди. У нас вчера был незримый гость. То есть зримый, но непонятно откуда взявшийся. На протяжении всего нашего творческого вечера, мы вчера в НИИ выступали с Олей, появлялась собака. Маленькая собачка. Человек. Она могла подойти, посмотреть на сцену, забежать на сцену, могла там походить вокруг актера, а потом актер спускалась в зал, чего-то она. Потом она прибегала в гримерку, я сижу, пью чай после выступления, вот Оля выступает. И там, где Оля выступает, а тут со сцены. Автограф хотел спросить. Нет, она... Это удивительно, она себя вела очень интересно. Она забегает со стороны сцены, видит меня, такая бодрая, такая балонка, непонятно. Терьерчик, да? Пробежала, понюхала, возле ног моих так раз, села, смотрит на меня. Я думаю, не знаю, чья собака, подкармливать не буду ничем. Потом так по деловому посмотрела и побежала в зал. Обратно в зал на сцену побежала. И там я уже слышу, как ты говоришь. О, да у нас тут еще одна артистка. Действительно, да. Это такие вот моменты, я не знаю, знаковые они, скорее всего, нет. Просто веселые какие-то моменты. А я как человек, который... Ну, просто у меня свои проекты собственные, я и продюсер, и режиссер, и организатор, и я привыкла действительно всем руководить, контролировать, за все отвечать. И действительно здесь для меня невероятно полезный опыт в том плане, что где-то нужно отпустить ситуацию, понять, что ты ничем не владеешь, и вот нужно принимать то, как вот оно как есть, так и есть. И понятно, что в небольших залах совершенно там не приспособлена аппаратура там, и так далее, да, тоже к этому нужно было приспособиться, понять, увидеть. Но самое главное, что я хочу сказать, что этот опыт мне показывает, что зрителям не важно, и они не понимают, включили свет, не включили свет, работает экран, или там на экране что-то там замелькало, или еще. Они чувствуют то, что мы им даем, у них это откликается. И становится неважно. Даже если будет полная темнота, действительно, и когда вот у нас там сдулась эта сцена, да, лет без аппаратуры, пока надували сцену, продолжал общение со зрителем, и продолжался этот... Нет, продолжался этот диалог сердец людей. И действительно, все это становится неважным. И это очень хороший, полезный опыт, который, безусловно, я могу... в дальнейшем использовать, ну, как бы, какие-то свои критерии где-то, так скажем, выключать, да, и понимать, что на самом деле главное. Я поспорю, что московского зрителя или питерского, не важно, питерского в меньшей степени, но питерский их самый стол. Можно обмануть. И нужно. Обмануть. Можно и нужно. Обмануть. Как? Фокусами, штучками. А этого нельзя. Этого надо. Да. Тут. Да. И вот, или оно идет... Или все. Или ты бьешься, да. Да, или ты бьешься. И я хочу тоже не согласиться, потому что Алена сказала, что неважно, если свет, аппаратура, они не понимают. Они все понимают. Вы имеете в виду, что они... А для них это не является... Я имею в виду, что не является проблемой. Да, не является проблемой.
Ну, мне кажется, что все равно вот в этом смысле, наоборот, они очень глубокие, очень глубокие. И очень ждут, что ты с ними будешь искренним, честен, что ты не будешь делать вид, что если света нет, то типа, ну ничего, света нет, ну хорошо. Ничего, ничего. Да, да, да. Ну, если у меня нет голоса, ну я все равно спою сейчас. Наоборот. Нет, конечно. Ты как на ладошке, вот как увеличительное стекло, лупа вот такая. Очень они требовательные, тебе хочу сказать, они очень требовательные. Может, даже самые требовательные. А действительно, московского зрителя можно обмануть. Да, легко. Да, да. Можно, можно. Нашего не обманешь. Они сказали, ну это было просто вот звездно. У Олега там был настолько полный контакт с аудиторией, он использовал свои замечательные, свой замечательный спектакль по Булату Акуджаве. А естественно, вот в этой местности Булат Акуджава очень любит и знает. И он попал в самую точку, в самую сердцевину. И вот полный восторг от его выступления. Вы представляете, он же скромничает. Он да. Единственный человек в стране, которому дочь Булата Акуджавы разрешила бесплатно исполнять песни своего да. отца. Да, представляете? Жена. Почему ты? Жена. Почему? Жена. Почему да. ты об этом не говоришь? Не спрашиваю. Не спрашивайте, ну, да. То есть не я спрашиваю. Пришел и говорю, знаете, я единственный, которому он... Это же удивительный факт. Ну да. А как пришла любовь к творчеству? Мама в детстве ставила мне пластинки, я их слушал. Ну, она ставила разные пластинки, там и Шопен, и Высоцкий, и Матвеева. Ну, там же было достаточно ограниченное количество пластинок в то время. И Акуджава как-то вот лег мне на душу так. Мягко. Он же мягкий, и я тоже, в общем, такой. Ладно. Кто-то из вас я пишет? Стихи пишу. Алена пишет. Я даже являюсь членом Союза писателей. Вот представляете, какая ирония. Я сколько лет снимаюсь в кино, я не являюсь членом Союза кинематографистов. И сколько лет играю в театре, не являюсь членом СТД. А вот в Союз писателей попал. Скажите, пожалуйста, что самое сложное перед выходом на сцену или при выходе? Свою радость я сейчас испытываю. Я просто долгое время боялся, потому что во мне было много страхов, а я закончил, ну, я психолог по образованию, то есть это мое второе высшее образование, и я стал с собой работать, страхи эти все ушли у меня, и сейчас я испытываю исключительно радость. Вот я прихожу и думаю, ой, сейчас я выйду, и будет общение, и потечет любовь через меня, да, а потом обратно потечет, и, собственно, это и есть кайф от работы.